Яндекс Ньюс. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, добрый день, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Добрый господин утро. Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Но вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просили. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Доброе утро, уважаемые слушатели. Программа «Добро пожаловаться». У нас на связи председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ну и мы готовы отвечать, это я уже обращаюсь к нашим слушателям, на ваши вопросы. Вопросы задавайте по номерам 67212-939, 67213-939. Пишите на номер WhatsApp 2-300-6191. У нас, кстати, была слушательница буквально вот минут 10 назад в эфире, под конец прошлого часа, и она немножко не по теме стала вот как раз спрашивать по поводу ситуации в доме, когда почему-то на втором, она живет на втором этаже, а лифт не останавливался на втором этаже, и получается такая ситуация парадоксальная, то есть ей нужно для того, чтобы добраться на лифте, сначала подняться на третий этаж, спуститься на этот на этаж ниже, ну и обычно спускалась она всегда уже без лифта, потому что глупо подниматься на один этаж наверх, проще спуститься. И вот она спрашивала, почему она получает все равно... Ну вот в счете указано за пользованием лифта услуги. Ну, сразу скажем, что вряд ли в счете написано за пользование лифтом, в счете написано выставлен счет за содержание и эксплуатацию лифта. Разные вещи. Дело в том, что пользоваться вы можете и не пользоваться, но содержать и оплачивать издержки по эксплуатации с лифтом вы обязаны в случае закона по квартирной собственности. Потому что это общая часть имущества. А относительно вот этого передвижения туда-сюда, ну, здесь, скорее всего, нужно связываться с управляющей компанией, почему такая настройка. Это на самом деле настройка лифта для того, чтобы... В свое время ряд жителей, насколько я знаю, требовали, чтобы сократить расходы на электроэнергию, исключить лишние поездки. Вот такие какие-то вот хитрые схемы придумывались. Это абсолютно не значит, что так должно быть. Это вопрос настройки лифта. Понятно. У нас есть между этим звонок. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Доброе утро. Да. Доброе утро. Пожалуйста, такой вопрос короткий. В доме, ну, образно говоря, пусть будет 3-4 крана. С каждого крана, когда пускаю горячую воду, необходимо ждать 5 секунд, 7, 10, 15, не знаю, течет холодная ледяная вода. И так постоянно, годами. Могу ли я претендовать на... провести анализ 5%, 7% скидку на... То есть я обязательно, чтобы добиться, чтобы получить горячую воду, я должен сначала спустить холодную воду. Но из горячего крана, естественно, включается счетчик горячей воды. Как быть в этой ситуации? Спасибо. Спасибо. Ну, здесь ни на что вы претендовать не можете, сразу скажу. Потому что те цифры, что вы назвали, есть норматив, который говорит, что из крана должна появиться горячая вода у вас уже на точке разлива, не позднее, по-моему, чем через несколько минут.
И это зависит от удаления точки разделения. У вас секунды проходят. Вам надо понимать другую вещь. Есть стояк. В стояке циркулирует горячая вода, и в стояке вода поддерживается горячая постоянно. Но есть ответвление. Вот от стояка до вашего крана. Это за каких-то там литров, 2-3 литра воды, которые после того, как вы кран закрыли, эта вода горячая, она остается в этом ответвлении, она остывает. То есть вы на самом деле платите за ту воду, которую вы остудили. Потому что чисто конструктивно вот эти 2-3 метра трубы, они заполняются горячей водой, потом она остывает, и когда вы открываете кран, вы сначала сливаете то, что вы остудили, после этого получаете горячую воду. Так что с точки зрения тепла вы ничего лишнего не платите. Угу. Здравствуйте, доброе утро. Алло. Да. Извините, пожалуйста, я немножко добавлю, больше не буду. По поводу воды опять-таки, я звонил только что. И нет-нет, вода значительно дольше течет, во-первых, холодная. Во-вторых, это пройдет полчаса, я включаю горячую, и снова та же процессия. Но вопрос в другом. Я думал, звонить, не звонить. Я держу пари, все вопросы, которые будут заданы, на них будет дан ответ отрицательный. То есть никогда работники службы ЖЭРа, как бы им было выгодно, никогда не понимают. Извините, я не хочу вступать в дискуссию, но ваше решение вопроса. У вас есть 1,5 метра воды, трубы, которой нет циркуляции, и вода неизбежно будет остывать. Ее нужно слить. За чей счет ваше предложение? Вы же эту воду в свою квартиру закачали? Вы извините. Извините, я скажу так. Единственное решение, я не буду защищать никаких работников ЖЭРов, единственное решение – это вам прямо воткнуться краном в стояк и дальше воду не проводить. Вы будете получать моментально воду с температурой по температуре стояка. Других решений нет. Это техника, это не политика, это не деньги. Ну это как чисто может, извините, пожалуйста, вы объясняете теми терминами, как может вода остывать в течение получаса и... Вот возьмите термометр, называется контакт, понимаете, вы начинаете уже говорить, а как она может остывать? Да очень просто, она может остывать. Она остывает. У нас между тем есть еще один звонок, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста. Да. Алло. Да, пожалуйста. Ну, вот у нас есть лифт, трехподъездный дом, он часто ломался, вот, и я пришел к инженеру Ригасному Парлу, жестко с ним поговорил, вот, они сделали дефектацию, там составили акт, сделали ремонт на 9 000 евро, вот, ну, лифты работают, но теперь... Прошел год, там еще опять на 9 000. Ну, я пришел с ними, тоже опять жестко начал говорить, ну, как инженер. Ну, они начали упираться и прочие вещи. Вот, и я им сделал такое предложение. Лифт наш, детали наши. Он сказал, я говорю, куда вы складываете детали? Там наверху. Вот мы хотим правление дома прийти, составить акты, принять эти все детали. Это наши детали, это медь и прочее. Вот можем мы жестко разговаривать с работниками Ригаснаму Парлника, как хозяева дома. Они нас часто подлавливают на юридических вопросах, которые мы не знаем. Угу. Спасибо, да, понял вопрос. Мне очень трудно понять, что значит жестко разговаривать. Вы можете так, как вы хотите, вы хозяева дома, но только в том случае, если вы переняли управление домом на себя. Я так понимаю, что вы этот процесс не завершили, но хотите разговаривать жестко. Пока вы не перенесете управление домом на себя, вы можете говорить как хотите, но есть правила Кабинета министров, которые обязывают Ригасному Парлникс заботиться о вашем доме. И они это делают в той степени понимания, как они эту ситуацию понимают. Поэтому, да, вы можете пытаться согласовывать, но есть некоторые вещи, которые, ну, наверное, можно говорить жестко, но если дом управления посчитает, что это необходимо сделать, а ответственность на нем, то она сделает. Особенно это касается лифтов.
Относительно того, можете ли вы посмотреть на детали? Да, конечно, наверное, можете. Некоторые детали я бы рад был бы не видеть, потому что убрать с 12 этажа, допустим, корпус редуктора, это такая задача, которая денег стоит. Что, когда у меня лифтер выносит ее бесплатно, я просто тихо молчу. Но это уже другой вопрос. На самом деле разговаривать можно по-любому, лишь бы было конструктивно. Я бы так сказал. Лишь бы это привело к какому-то результату. И второе, то, что при такой активной позиции дома вам, наверное, было бы лучше и домоуправлению, там уже Вига с нам пару с вам, если бы вы завершили процесс приватизации и переняли управление домом на себя, тогда домоуправление должно и по закону, и по всем другим вещам с вами в большей степени считаться. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. У меня такой вопрос. Добрый день. Вот почему во дворах не подсеивают траву? Потому что, так сказать, не стригут газоны, а вспахивают. Семена не рассеиваются от этого, и трава не возобновляется. Корни эти тоже вырывают, и все, как сказать, уничтожается. Итак, вот голая земля, но ее все равно косят, ее все равно вспахивают, да? Вот, спасибо. Ну, относительно посева, я сразу скажу, то, что ее косят, да, косить мы обязаны, потому что есть норматив Рижской думы о том, какой должна быть ну, зеленая зона или газон. И если не косить и дожидаться, пока трава, семена травы созреют, естественные травы созреют и выпадут, то наверняка попадешь под штрафы, потому что там это нужно ждать до конца. Это первое. Второе, то, что почему не подсеивают, но это вопрос договора между вами и управляющей организацией. Это вопрос договора, и эту услугу нужно просто-напросто внести и при необходимости оплачивать. Какая проблема? Подсеивать проблемы нет. Угу. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотел вернуться к вопросу о горячей воде. Там слушатель вот звонил и все. Господин Сидорко, вы не до конца как бы объяснили эту ситуацию. Почему? Потому что есть дома, где нет циркуляции. Вот наш дом тоже относится к дому, к тому, где нет циркуляции. И для того, чтобы выпустить воду из стояка, особенно если какие-то соседи уехали, какие-то, это проходит значительное время. Допустим, я вот если наполняю ванну для того, чтобы помыться, я вообще холодную воду не включаю. Вода идет ниже установленной температуры. У меня вопрос следующий. А почему Ригас Силтумс или прочие организации, которые эксплуатируют там, почему не вводятся счетчики, которые учитывают температуру воды, которая проходит через счетчики? Ведь такие счетчики есть. И, допустим, в Западной Германии и в других там более развитых странах именно так система построена. Вот спасибо. Но вы точно это знаете или слышали только от кого-то? Вы видели такие счетчики где-то? Да, я видел такие счетчики, потому что такие счетчики в Риге устанавливались, а потом их сертификаты где? Прекратили. Нет, как потом они, их кем они выпускались? Меня очень большое сомнение в правдивости ваших слов от того, что вы видели счетчики, которые учитывают поступающее количество тепла, то тогда вам нужно ставить тепловой счетчик на воду. Горячий. Да, правильно. Это не тепловой счетчик. Тепловой счетчик ставить. Кроме объемного, еще и тепловой. Это по деньгам, где-то, наверное, плюс 100 евро. Вряд ли я не слышал об таком опыте. Теперь давайте разберемся с самого начала. Рига с Силтом здесь вообще не при чем. По условиям поставки тепла Рига с Силтом подает тепло в дом. То есть на входе в дом стоит счетчик тепла, который определяет, сколько тепла из магистрали Вига-Силтумс получил конкретный дом. Это тепло вообще идет на отопление и на горячую воду. Значит, в цикле Вига-Силтумс теперь остается так. Все тепло, которое вошло в ваш дом, должно быть оплачено. Так ведь? Оно же ушло полезным, оно ушло на подогрев горячей воды, оно ушло на отопление ваших помещений. Значит, оно должно быть оплачено. Следующий вопрос. Да, есть дома, которые без циркуляции, это не столь распространенный конструктив,
но он есть. Ну да, в этом доме вот есть такой дефект, что вам каждый раз, сливая горячую, пытаясь воспользоваться горячей водой, вам придется сливать достаточно большое количество воды, потому что на самом деле вам приходится согревать весь трубопровод. Да, это есть, но опять-таки это так же, как мы говорили с предыдущим. Вы закачиваете определенное количество воды в теплые ваши трубы, которые не используются как теплая вода, потому что она остается, и она охлаждается. Так что тепло вы потребили, горячую воду, извините, в том понимании, как вы понимаете. Это следующий момент. Так что здесь вопрос оплаты. Да, не повезло, вам не повезло с конструктивом. Я могу сразу сказать, вам не повезло в данном случае с конструктивом, потому что циркуляционный конструктив, он более выгоден, но не всегда. Потому что когда мы говорим о горячей воде, мы забываем о том, что жители там, где есть циркуляция, платят дополнительные суммы на потери тепла при циркуляции. Это порядка там, 6-7 евро в месяц на каждую квартиру. Так что здесь все сбалансировано, здесь по-другому нельзя. Если вам эта ситуация не нравится, вы можете, и сейчас люди делают, соберите собрание дома, примите решение, постройте циркуляционную систему в вашем доме. Протяните вместо одной трубы две, и у вас тогда будет вода течь, ну, значительно быстрее, если не совсем сразу. Вот здесь это вопрос конструктива, но при вопросе оплаты, как распределить вот этот вот дельту, я, честно говоря, не очень знаю. Но на самом деле это объективные вещи, которые придется оплачивать. Да, и когда соседей нету, несправедливо, да, согласен. Но то, что оплачивать надо, и это за полученную услугу, да, за полученную услугу. Еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, вещь, господин Сидорко, заранее извиняюсь, может, я что-то сам недопонял. Ну вот я не рижанин, я в Волыне живу, и у меня произвели реновацию дома, и на каждую батарею мне установили счетчики. И я теперь плачу за отопление по счетчикам. Если я вас неправильно понял, пожалуйста, извините. Не, ну, по отоплению есть такая технология, кстати, она очень хорошая, когда у вас батарея, ваша батарея оснастили приборами регуляции подачи тепла, то есть вы сами устанавливаете у себя температуру в квартире и платите за потребленное, все правильно, есть такая технология, но мы-то говорили о горячей воде, так что. Вот та технология, что сделана у вас, она сейчас снимает очень многие вопросы, потому что сейчас, когда вот такая нестабильная погода на улице, то один звонит, что ему жарко, другой, что холодно, и ты никак не можешь найти оптимум. Потому что его невозможно в таких переходных условиях удовлетворить всех. Да. А вот эта технология позволяет каждому жить как хочет. Доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. А вот чем объяснить, что иногда из холодного, вместо холодной воды течет вода комнатной температуры? Тоже приходится иногда сливать, когда там яйцо, например, вареное залить, еще, когда нужна очень холодная вода. Спасибо. Спасибо, да. Есть технические причины этому. Одна из этих технических причин, если у вас либо у кого-то из соседей неисправна запорно-крановая арматура, так называемая подмешка происходит, когда происходят периодические перетоки из-за разницы давления из горячей воды в холодную. Но это небольшие, незначительные, но они могут повлиять. И второе, чаще всего это когда никто не пользуется водой, особенно на кухне, там рядом стоят два стояка, горячая вода и холодная. Если долго ни одной, ни другой водой не пользуешься, то, естественно, происходит теплообмен, и тогда эта часть тепла, которая выделяется при циркуляции горячей воды, она подогревает холодную трубу. Это температура в шахте. Но на самом деле я рассматриваю это как приятный бонус, потому что иногда бывает, что там помыть посуду можно и холодной водой, потому что она достаточно теплая и позволяет там спокойно справиться, не нужно включать горячую воду и таким образом сэкономить. Да, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Я вот в продолжение разговора об этой воде, господин Сидорко, вот по поводу счетчиков, которые считают только горячую воду, есть такие счетчики, значит, и там не нужен счетчик тепла, там просто стоит теплоразъем, которая, извините, я закончу, которые отключают счетчик расхода воды, когда температура ниже, вот и все. Но мне очень интересно, марку вы можете назвать и производитель? Я бы с удовольствием такие счетчики...
счетчики купил. Да, потому что на платежи это бы никак не повлияло, но разговор объяснял. Скажите, пожалуйста, марку и производитель. Я скажу вам в следующей передаче, потому что мне надо справочник посмотреть. Но да, поищите, боюсь, что не найдете. Да, найду, потому что я скажу. Видите, я еще раз хочу сказать, вы пытаетесь решить ту задачу, которая вам ничего, кроме затрат, не принесет. Потому что ваш счетчик будет считать воду, которая входит в вашу квартиру. Правильно? Нет, неправильно. Правильно, он считает воду теплую. Он не посчитал кусочек холодной воды, 3 литра. Он не посчитал. Да. Но он на эти 3 литра холодной воды заместит 3 литрами горячей воды, которая останется в ваших трубах и остынет. Так что вы заплатите в любом варианте по полной. Вы не с тем боретесь. Послушайте меня, вот можно я закончу? О чем не слушаю? Ну, хорошо, слушаю вас внимательно. Значит, я вам хочу сказать, что такие счетчики в Риге ставились, и их под давлением Силтумса просто прекратили сертификацию. Я не могу поставить счетчик, даже если я его куплю, я могу его купить там в Германии или где-то в другом месте, но я не имею его права поставить до тех пор, пока, значит, сертификационная контора не разрешит это действие. Ну, хорошо, но вы тогда... Я могу повторить только просто одно. Я работаю в отрасли с 96-го года. Достаточно долгий срок. Ни разу я не получал предложения на такие счетчики. Хотя, если бы они были физически, они, наверное, в силу психологических причин имели бы спрос. Но самое главное в другом. Он не посчитает 3 литра вылившейся холодной воды, но он посчитает 3 литра залившейся холодной воды, горячей воды. И поэтому у вас будет платеж точно такой же. В чем смысл такого счетчика, мне просто непонятно. Мы попросим слушателя в следующий раз позвонить и сообщить его хотя бы его название. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я вот хочу рассказать такую ситуацию. У нас дворничка, да, не подметает, не убирает грязь, мусор, стекла, бычки там и так далее. Не говоря уже, когда есть снег, об этом вообще даже и речи не может быть. Я нажаловался в РНП через электронную почту. Мне написали, что надо писать на латышском языке. Ну, там основываясь на госязыке, такого-то закона там и так далее. Хотя мне все время отвечали на латышском, но я писал на русском, да? Вот, подпись такая, РНП. Всегда подписывались имя, фамилия и должность специалиста. Вот. После этого я позвонил по телефону ихним, да, вот пришлось эмоционально поговорить очень. Через 5 минут все убрали. Вот если такая вот ситуация, да, то можно ли вызывать муниципальную полицию, чтобы оштрафовали за неуборку территории многоквартирного дома? Угу. Территория или помещение? Вот здесь принципиальный вопрос. Муниципальная полиция, насколько мне известно, надзирает за правилами содержания прилегающих территорий. И если на прилегающей территории песок не убрано и мусор, то можно вполне их вызывать. На внутренние помещения, на лестничные клетки, подъезды. Нет, двор, внутри двор. Двор должен быть чистым, и это компетенция муниципальной полиции. Вы вполне можете обращаться. Спасибо. Еще один звонок сразу. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Значит, Рига с нами Барвал Некс прислала нам письмо, в котором информирует, что в апреле счет за услуги будет входить в дополнительный счет за потери воды теплосетью, что якобы в теплоузле есть счетчик, который считывает воду, заполняющую систему отопления. И этот счетчик насчитал перерасход воды больше нормативных 5 кубометров. И в соответствии с этим Рига Силтумс произвел дополнительный расчет за использованную теплосетью воду. Вот у меня такой вопрос. С каких пор мы должны оплачивать потери воды теплосетью? И неужели это не входит в оплату, в общую оплату за все это обслуживание теплосетью? Тем более, что это вода, которая используется в теплосети где-то, не подходит к нашим квартирам.
а она в системе теплоотопления. Все. Спасибо. Отвечу. Это, во-первых, речь идет не о воде, а о теплоносителе. Это надо разделять. Это специально подготовленный химический состав, в котором заполняется система отопления. Это первое. Второе. Система отопления, по факту, она герметичная. И потери воды в ней не происходит, за исключением тех случаев, когда внутри дома спускается система отопления. То есть Рига с Силтом, под Огру с Рига с Силтом, сейчас боюсь ошибиться, он, по-моему, 2-3 кубических метра воды или до 5, не помню сейчас, но какое-то, не знаю, какое-то количество воды допускается для теплоносителя, для эксплуатационных нужд, потому что когда мы проводим испытания ежегодные, подготовку теплоузла, то там нужно кое-что сливать, и Рига с Силтом за это не взимает плату, а если сверх этого количества, а обычно это происходит либо при том, что в доме произошла авария, а чаще всего это из-за того, что жильцы постоянно требуют слития воды для замены радиатора. Да, за это надо платить, это справедливо. Спасибо. Другой вопрос, учитывает ли домоуправление по какой причине, если конкретная квартира, то обычно мы с этой квартиры снимаем сразу уже деньги за слив воды. Теплоносителя, прошу прощения. Да, здравствуйте, пожалуйста, еще один вопрос. Да, добрый день, это Вадим. Да. Такой, это самый комментарий, такие счетчики, которые на горячую воду останавливают, ну, считают только после 40 градусов, есть. У Зенера есть, у Минолта есть. Ну, прекрасно, ставьте. Да, они запрещены у нас в Латвии. Кем? Вот кем? Государством. Вы понимаете, я дальше не компетентен с вами говорить, потому что я не видел ни этих счетчиков, ни предложения от того же Зенера по этим счетчикам, не видел ни запрещающего документа. Давайте дальше мы продолжим с вами со всеми разговор на уровне таком, что вот есть нормативный документ, который запрещает, вот есть каталожный номер прибора, который это делает. А так мы сейчас будем говорить так. Вы говорите, есть. Я честно говорю, я не видел и не слышал. Угу. Ну, я думаю, что к следующей программе, вот, наверное, мы там соберем информацию. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Господин Сидорко, вот вы все советуете нам уйти от Ригосному Паронисе и создать Бедребу. Вот я жил в Бедребе, где я не был хозяином. Ну, что это Бедреба? Кроме личного счета, конечно, когда деньги приходят. Вообще ничего. Есть и управляющая компания, вот. И у меня такой вот вопрос. Все эти, я видел договора с управляющей компанией и договора с сантехниками. Вот. Почему все в пользу этих компаний и сантехников и прочее? Почему нельзя штрафовать, допустим, если неделю течет вода в подвале? Почему нельзя не платить этому управляющему, допустим, штрафы на него накладывать, на эти сантехников? Почему? Вот объясните, мы хозяева или рабы? Значит, во-первых, я хочу подчеркнуть сразу и достаточно категорично, я ни разу ни в одной передаче не сказал, что надо уходить из РНП. Я остаюсь при том, что я каждый раз на каждой передаче говорю, берите власть в свои руки. Вы не завершили, многие, кто находится сегодня под управлением Ригосному Паромникс, не завершили процесс приватизации, не приняли управление на себя. Это чисто юридические действия, которые позволяют вам быть хозяевами, собственниками вашего дома и уже строить отношения между вами и управляющей компанией на другом уровне. Вопрос выбора управляющей компании, будет ли после процесса перенятия ТРНП или какая-то другая компания, это вопрос ваш, это вопрос вашей исключительно компетенции, вашего собственника в квартире, вашего дома. Так что никаких призывов с моей стороны не было и не будет. Вы сами хозяева, вы сами должны выбирать. Теперь, почему договор строится так, а не иначе? Договор – это компромисс между двумя лицами. Если вы можете найти такого исполнителя работ, который будет все делать за все, соглашаться на все штрафы и ничему не сопротивляться, но кто же вам мешает? Вы хозяева, вы не рабы, вы хозяева. Но в этом случае нужно совершенно четко искать себе такого
подрядчика или такого управляющего, который будет согласен на ваши условия договора. Пожалуйста, сформулируйте, что вы хотите, кого за что штрафовать, в какие моменты, что такое исполнение, неисполнение обязанностей. Сформулируйте свой договор и найдите под него того, кто будет работать. Другого я не отвечу, потому что на самом деле сейчас разбираться, где, когда, что потекло и кто кого не обслужил, но это отдельный разговор. Но вы сначала сформулируйте тот договор, который вы считаете справедливым, и найдите того, кто будет согласен с вами работать. Здесь ничего такого я не вижу. Продукт непротивления сторон, как вот говорили Ильф и Петров, договор. Здравствуйте. Ну, договор – это вообще-то это документ действенный тогда, когда обе стороны его выполняют. Угу. А когда одна из сторон не выполняет, то это уже не договор. Да, между тем у нас слушательница. Сделайте потише радиоприемник, фон очень сильный идет у нас в эфире. Угу. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Господин Сидорко, у меня такой вопрос. Шестиэтажный дом, квартира на шестом этаже. В этой квартире сделан ремонт примерно 4 года назад, капитальный ремонт. В квартире иногда... пахнет канализация очень сильно, иногда не пахнет. Какая может быть причина? Ибо один раз была в унитазе горячая вода. Ну, мне трудно сказать, почему в унитазе была горячая вода. Это так, скажем, это вопрос такой, как у вас сделаны трубы. Но на самом деле запах канализации возможен только в одном случае. Это в том случае, если не герметичные трубы, кондиционные трубы. Так что вам надо искать причину именно там. От того, что вы сказали, что у вас был произведен капитальный ремонт, это вас не может не спасти, потому что очень часто, когда меняют трубы, бывают и строительные дефекты, когда манжету зажимает, и потом начинается или трещина в трубах. Надо искать причину, запах. И второй, шестой этаж, это может быть запах даже идти с крыши, может быть, там. Надо искать причину выше, чем такие. Но это не плотность труб, больше другой вариант здесь нет. Нужно обращаться в управляющую компанию. Конечно. Вообще, я могу сказать так, что вообще, когда вы испытываете неудобства по эксплуатации квартиры, связанные с общей частью имущества, надо не терпеть, а обращаться в управляющую компанию. Чем быстрее обратитесь, тем меньше вы потом будете мучиться. Угу. Спасибо. Спасибо. Между тем, у нас вот пришел на WhatsApp, я напоминаю, что номер WhatsApp 2-300-6191, от Ирины. Ну, тут вопрос, комментарий. Господин Сидорко, правильно ли во время пандемии собирать деньги на ремонты дома? Не лучше ли потратить эти деньги на еду или лекарства? Как вы думаете? Я думаю, что ремонт дома все равно нужно производить. А правильно ли потом сидеть, вот, допустим, если у вас прохудилась крыша, не собирать во время пандемии деньги, а после пандемии сидеть в насморке, потому что у вас протекает кровь? Вопрос такой, я бы не связывал здесь вопрос пандемии. Сейчас пандемия становится таким оправданием всему. Я не очень понимаю этого вопроса. Другое дело, насколько соразмерны эти платежи. Но на самом деле, вот то, что я знаю по своему кооперативу, да, мы предлагаем ремонтные работы, и сейчас считаем, что это правильно. Если люди утверждают, мы их производим, угу, потому что никуда ты не денешься. А потом я еще раз хочу напомнить, что большинство ремонтных работ, за исключением косметического характера, типа давайте отремонтируем лестничные клетки, скажем, замена окон, ремонт кровли, ремонт стен, модернизация системы отопления. Это все экономия денег, это не траты, это экономия, потому что при помощи этих работ снижается потребление тепла и достигается долговременный эффект экономии. Так что мы будем жить, наверное, те, кто останется и после пандемии. Надеюсь, нас останется большинство подавляющее. Доброе еще раз утро, говорим слушателю. Алло. Доброе, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Доброе. Знаете, это в очередной раз, непонимание между потребителями, и оно длится вечно, между потребителями, нами и предоставляющими фирмами услуги. Их надо разрешать с каждым днем, с каждым годом, но они только растут. Почему? Первое.
Почему нельзя установить вопрос? Почему нельзя в квартире отдельно установить систему, автономную систему отопления? Это штыки сразу воспринимают. Придумывают разные, абсолютно неадекватные причины. Второе. Почему нельзя в квартире тепло? Просто в комнате или в квартире. Это вопрос другой. Поставить счетчик тепла. Все вопросы решены. То, что подается тепло на дом, горячая вода, там тепло, ну тепло, не согласовав температуру с жильцами, это просто нарушение прав. Не надо мне в комнате 28 градусов, 26, я открываю окно, я отапливаю воздух. Это преступление. И я ничего не могу сделать, потому что мне говорят, а у другого холодно. Кому холодно? Нету такого. Теоретически есть такое, ну, такая фраза, а другому холодно. Но если нету такого человека, который бы заявил, что ему холодно, значит, его априори нет. И то, что вы сейчас говорите, что если делать, менять трубы, то это будет... Это потому, что есть такое мнение, но оно не имеет права на жизнь, потому что оно, ну, то мнение, которое мертвое. Неправда это все. Заменили трубы, наделали много грязи, никто ремонт делать не будет, все бросили. Поменяли трубы. Что изменилось? Ноль, зеро, ничего. Я, в общем, я очень коротко скажу. Да, недопонимание есть и всегда будет, но, с другой стороны, меня поразила та энергия радиослушателя, с которой он говорит, что жизнь не имеет права на жизнь. Вот это меня очень сильно поразило. Я могу сказать так, у меня есть фактически жизненные примеры на 10 домах, где потребление тепла снизилось более чем вдвое в результате этих мероприятий. И это жизнь, это не мнение. Но по его мнению, по его словам, это не имеет права на жизнь, потому что это не вкладывается в его ра. Ну, у каждого может быть свое мнение. Это раз. Второе. На самом деле, это не мифические мерзнущие люди. Если вы возьмете термометр и обойдете все квартиры вашего дома, то вы обязательно найдете квартиры, в которых такая вещь происходит, когда одному 28, другому меньше 18. Это есть, это жизнь, опять-таки. Возьмите термометр, обойдите всех, не пользуйтесь своими домыслами. Вопрос номер третий. Никто не запрещает ставить счетчики тепла в квартирах. Никто не запрещает регулировать подачу тепла в квартирах. Но это нужно делать согласованно всем. Потому что, когда вы ставите свой счетчик тепла в квартире, то вы забываете, что в доме есть теплообмен, и вы радостно в одиночестве отключаете свое тепло, и за счет теплообмена получаете плюс 16 градусов в квартире за счет того, что вы получаете тепло от стены, пола и потолка. И этот вопрос нужно решать коллективно. А на самом деле этого никто не запрещает. Я более того, это всячески стимулируется, в том числе и деньгами еврофондов. В прошлом году это стимулируется и деньгами Рижской думы. Так что не надо так говорить. Но надо принимать коллективные решения, поставить автономное отопление. И в одной квартире или во всем доме соберитесь, примите общее решение. Каждый ставит автономное отопление. Все. Никто вам сильно не запретит, за исключением тех зон в городе Риге, где вообще установка индивидуальных приборов отопления по экологическим соображениям запрещена. Так что запретов нету. Есть, вот и здесь есть ограничения на индивидуализм. А коллективно можно делать все. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы Бедревы перерегистрировать юридический адрес с одного лица на другое? Что для этого нужно делать? Собрание или что? Вот подскажите, пожалуйста. Спасибо. По-моему, правление просто подает извещение в регистр предприятий, и все, и происходит перерегистрация, там процедура собрания там не нужно, это же вы не название, не ликвидация производите, а перерегистрация юридического адреса. Это в заявительном порядке делается. Тут еще один вопрос пришел к нам, значит, от Ирины. Будут ли списаны долги дома за банковские квартиры 2008 года при принятии нового закона о списании долгов банками?
Ну, а списание долгов банками, там закон такой, который работает на пользу банков. И это спишут у банков, а у домов нет. А при чем здесь дома, если закон о списании долгов у банков? Там это и не подразумевается. Угу. Ну что же, телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Сегодня в нашей программе «Добро пожаловаться» такой очень был выдержан жесткий темп. Телефон практически не останавливаясь, мигали вот лампочки. Но спасибо, наверное, время уже нашей программы подходит к концу. Спасибо большое. Сергей Сидорко был с нами на связи, отвечал на все, как мне кажется, ваши вопросы. Председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартир». Спасибо большое, господин Сидорко. И до встречи в следующий понедельник. Спасибо вам. Всего доброго.